шейкером мы играли, взять Найкса. Охуеть, я должен был, блядь, проебать 700 ММР, чтобы попасться с тобой. Так, значит, Зевсом не хочу, там антимаг. Вингой хочу сыграть. Ну, блядь, нормально, да, Вингой хочу. На Винге хочу с Аганимом показать скиллуху. Ля-л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 я. Так, ну ты молодец, досмотрел до этого момента. Можешь поставить лайк ролику, так как автор тратил на видос время. Думаю, ему будет приятно. Но на спасибо долго, как говорится, не проживешь, поэтому мы, Epic Loot, решили поддержать автора финансово. Я не буду говорить о том, что Epic Loot — это лучшее место для того, чтобы залутать аркану. Думаю, ты и сам это уже много раз слышал. Я лишь скажу, что если ты реально хочешь зафармить дорогие скины для доты за копейки и при этом помочь автору не умереть с голода, то вводи промокод, который видишь на экране в окне пополнения на Epic Loot. Все честно, ты говоришь автору спасибо и одновременно с этим испытываешь свою удачу, а мы снова даем ему покушать. Ссылочка и промокод лежат в описании к этому ролику. Удачи. Чувак пишет в чате: микрофон нормальный сложно купить? Шумит, шо пизда. Ну, брат, блядь, денег нет на микрофон. Здорово, Олежа. Закинь, я куплю. Здорово, здорово, пацаны, здорово. Давайте, блядь, что ли, выиграем, потому что сегодня такие потные игры, я вообще не понимаю, что за жесть. Здорово, пацаны. Я, кстати, с тобой... Трей, можешь передать привет рязанским пацанам? Конечно, конечно. Рязанские пацаны, привет вам. Бля, против Зевса на винге пиздец, как, кстати, сложно стоять. Урона вообще нету. Напрягать. Просто урона, у Зевса больше урона, чем у Винги. Причем намного. Не знал, что написать. Поэтому держи анекдот. Два гея хотят заняться сексом. Один другому говорит: давай потрахаемся. А он ему отвечает: нет, у меня эти дни. И он говорит: меня уже заебала твоя диарея. Олег, это правда, что у тебя под столом сейчас находится аргентинский мальчик, а после стрима вы поменяетесь местами? Если это правда, то хочу предупредить, что ты у него не первый, можешь подцепить за ППП. Что за больные люди? То есть, типа, это реально смешно или что? Бля, как фармить на винге? Можно узнать. Бля, бать, у него урона просто, блядь. Надо его станить, чтобы фармить. Он станет. Тупо выиграл с мидом, а надо его, все, иди отдыхай. Не-не-не, ты сюда хуй пройдешь, он обходи, блядь. Друг уже летит, а, это он. Ха, минус ТП развел. На скиле, за тупость. Блять, на скиле нахуй, на микроконтроллер просто разъебал. Сынка ебаного, на скил. Надеюсь, там пиздеца сильно не будет. Мальчик, бит, дай. Нахуй пошел отсюда. Сынок, блядь. Там уже, оп, волшебство охраняет. Ты охранник? Я тоже охранник. Ну, блядь, ты проебал, что я вам сказать. А, какой ты, ебать. Ха-ха-ха. Какой, а ты что, блядь? Ты думаешь, ты без друга как бы можешь что-то вообще? Нихуя ты не можешь без друга. Боевой культ. Бля, что из 6 фрагов у меня 4, это не есть хорошо на самом-то деле. Пока Аганима нет, я не выёбываюсь. Аганим будет, мне уже будет вообще похуй. Мне говорят, Ваван, не пей, а я Артём. Можем? Да, можем попробовать. Почему нет? Только подожди. Погоди, блинк делай. Я умер. Иди сюда, иди сюда. Хорош. Хорош, брат. Лол. Вы видели, как я выжил? Это пизда вообще, это... Фу, бля, брат, хорош. Это очень сильно. Это очень сильное выживание было. Killing spree у Зевса, подождите. У Зевса killing spree. То есть он с 0-3 сделал 3-3, понимаю. Не-не-не-не-не-не-не, не люблю пиратов. Я, короче, тут дня за 4. Слил. Это 700 рейтинга. Ну сейчас мы 30, наверное, камбэкнем все-таки, если повезет. Хейтеры любят стрим, может и побольше адекватно. Давай Зевса ебашить. Я вот сам подумываю переходить на сторону зла. Не надо переходить. Шел 2021 год.
Олег все еще думает, что все, кто ставит хуйню и пишет рофл, это его хейтер. Ты как гей, который думает, что все вокруг гомофобы, кроме других геев. А по факту всем пох на его дряблые очки. Долбоёб просто. Это батька донатил? Судя по хуйне, которую пишет, батька. Пойду хату на четверку, да? Во? Можем? Да бля, ебать, отъебитесь. Да там он Олежу прессует. Прессует, не то слово. А что у нас за хуйня вообще происходит? Почему мы так проебываем? Что ты оттуда болты даешь? Иди сюда, блядь. Сюда иди, сука, блядь, старая нахуй. Кидает оно болты запомни свои, блядь. Бро. Надо кунку бы убить. Да надо вообще антимага прессовать, нахуй вам эту кунку убить. А я на один раз оформил. Надо вообще перестать фидить на МК, блять, для начала. Мне кажется, вот чтобы выиграть игру, нужно не фидить на МК так сильно. Просто я не понимаю, как так расфиженная лайнер. Типа на миде Зевс пизды получает. Тимак у них в лесу стоит. От кого они нахуй умирают? У тебя ровато не в КД уже. Я могу умирать, все, я Саегерс. Ну, типа Саегерс. На самом деле я не Саегерс, но... это сильнее, чем Аегис. Ловите, дуры. 3 секунды стан. Ты шо, брат, блядь? Успокойся, нахуй. Успокойся, Вася, блядь! Фокусфайр в иллюзии Венги? Да-да, фокусфайр в иллюзии, это запуганный тип. Блядь, за меня много дали. 115, 167 за меня дали, ебать. Вон файтится, я готов. О, блядь, не связала, соси. Пожди, у него радик, оказывается. Заходи. Закрой ебало, блядь, что это там? Сука! Блядь, какая же винга эта имба, нахуй, с огонёмом? Всё, просто пиздец. Убить. Вы понимаете, какие их ебу? Их просто ебу в хламы. Дал стан. И на зевца, резко на зевца. Свапнул. Нормально, он на меня всё даёт. Супер, отойди от меня, МК. Отойди от меня, корабль плывёт, ебало, блядь. АМА пиздите. Хорош, и дальше. Никого не боимся. Да нет, нет. Ребят, ребят, никого не боимся. Почему, блядь? А, Магнуса у нас нету, да? У нас нету Магнуса, я не рад не вижу. Хорош. Хорош. Дорога к 10к похвал. Дорога будет долгой. Магнус. Бласт. Да похуй на бласт. Будем, нет? И вот этого тоже, ребят. Дасты есть какие-то? Хорош, ебите, ебите. Зевс. Кунка. Нормально, нормально, якорь, якорь. Все, танчик прилетел, ебало. Крошим тупо. Ну как мы их развалили вообще? Ловите. На стриме такие хорошие песни играют. Не могу не присоединиться. Всем привет, чат. Ссылка удалена. Насчет нормальных треков ты немножечко ошибся, потому что тут играют действительно нормальные треки, а не то, что ты поставил. Потому что это не норм трек. Не, брат, да, Мага, ну дай первый скилл. Я эту игру в любом случае не делал. Бля, Мага скатает. Что происходит, блядь? Что происходит, блядь? Что это за голосовуха была? Подхожу. Yes. ШБ. Okay. Не вижу. Yes. Это свап называется на месте, ребят. Есть дасты? Окей. Okay. Кто-то в техник инвизеров лучше дасты ставить. Блять, долго год, блядь.
Данди нахуй. Хорош. Что играет? Дик. Надо пушить их, чтобы кто-то дефал от АМа. Ловите ее сейчас, смотри. Сейчас ульта аппарата полетит. А, типа хуй кто летит, да? Ловите аппарат. Дасты, хуяски. Слышишь? Это пунчки пришли вместе с собой на маленьких бабках. Привезли москвич 74-го года. Ну что тут сказать? Сам ты долбаешь. Не пользуйся. Кстати, ты ебаная дешевая копия ебаного бананчика. Где мы держим? Просто больная хуйня на батьке. Хуёдерка, блядь. Иди отсюда, нахуй. Тебе не рады тут. Сука. До 15 миллионов по сниженной ставке от 6,9% годовых. Без справки о доходах. Нужен только... Гейбой Дик. Какая хуета играет. Якоб Смеликана. Кофе молотый в растворимом. Ау! Эйнол. Реально, Ростов понакупили, блядь. Ростов понакупили, а толку, ебать. Верпо. Колчан-то работает на иллюзии? Долбоёб, сука, иди нахуй, блядь, птеродактиль конченый. Хорош, пацаны, ебать, я только что в соло драку разъебал. Давайте танкуем. Давай, крипы нужны. Давай, крипы нужны. Бля, АМ байбэкнулся? Лол, АМ с байбэка. Ну, еще миф, наверное, будет. Ребят, кто-то на топ, сделайте ТП, подефайте АМ, но не МК желательно, чтобы ТП делал. У меня нет. У меня нет, а шо? Давай. Вообще можем трон бить. Эмпауэр на себя, на МК, на меня, и сейчас трон, потанкуйте. Он будет так, мы не обойти. Давай, трон, бейте. Хорошо. Я не то чтобы, блядь, пиздатый дефил, плюс. Нормально, дефай там как можешь, все окей. Все нормально. Я винга, ебать. Там, ага, нормально. Ко мне подходи, Тайдуха, забей на фарм, иди ко мне. Опять меня в какую-то будет. Крепись, стрей. Ебаные клоуны набежали под утро, хуй ты наставили. Хейтеры сосали. Спасибо за донат. Давай помогай, Тай. Иди Зевса гоняй. Просто иди, не давай ему меня встанет там. Правильно, хорош. Сильный байбек сейчас был. Меня. Хуярь просто трон.
Спасибо за игру, пацаны, лучше. Спасибо за игру. Блять, вот это просолка я называю. Вот это просолка была. Просто сделал байбек, купил дасты, чтобы аппарата уебать. Потому что он меня заебал со всеми гастами, глиммерами, блять. Вот, пожалуйста, винга с аганимом, что такое. Я уже, кстати, показывал вам фишку с байбеком. То есть вы видели, я байбекнулся для того, чтобы наносить... Потому что иллюзия винги после смерти не наносит урон зданиям нормальный, там 20 урона. То есть именно пушить вингой тяжело после смерти с аганимом. Но, когда ты байбекаешься, если у тебя иллюзия живая, то ты сразу встаешь на место иллюзии. И то есть тебе не нужно там бежать, тпшиться и так далее. Вообще хорошо.